Привет, привет, мои дорогие. Я проголодалась. Даже не знаю, но еще не подрумянилась, но она уже практически готова, мяско-то. Ну, плевать. Жрать так жрать. Хочу жрать. У меня салат. Мясо. Как помните, два кусочка колбаски у тебя лежало на столе. Но три кусочка мяска. Кусочек хлебушка и салат из овощей. Не бойся ножа, а бойся вилки. Знаете, да, такое? Да что ж, как вкусно-то. Лук какой. Мало положила. Мясо, свининка. Не знаю, готово, не готово, да похрен. Ой. Обалденно вкусно. У кого чего на ужин? Это у меня считается, наверное, скорее всего, обед. Я не знаю, будет ли ужин. Ну, второй прием пищи за сегодня. Ой, как вкусно. Доберусь я. Всем спасибо за комментарии, девчонки, мальчишки, что меня поддерживаете. Ну, бывают такие дни, да, что и блогерство, не блогерство, я все понимаю. Но приходится иногда и отдыхать. То, что я записываю видео, у меня есть желание, да? Если желания нет, видео не получится. Мне, знаете, хочется, надо выписать перла идеальных. Маленькое видео, улетели утки в теплые края. Одна не может, толстый, как я. И мне там пишут непонятный комментарий, что я, типа, только зарабатываю деньги, и я теперь не накрашенная появляюсь, там меня в кадре не было, и вообще не знаю, какая. Ну, вы хотя бы... Смотрите, под каким видео пишете. Я на Ютубе видео смотрю, вообще вон с кровати снимают, начинают лежать в неглиже, и вообще без всего. Типа открыли глаза, просыпаются. И считают, что это все позволено, что это все нормально. Или включаешь там что-нибудь посмотреть, а у тебя блогер сидит, начинает в этой, в маске. Ну, для красоты косметической. Белое лицо или какое там синее. Ну да, сейчас у меня дойдет сейчас шашлычок. Это я просто захотел есть. Но еще немножечко оно будет помягче. Упроститься. Прям проголодалась. А вот этот кусочек с жирком.
Ой, как вкусно. У Ани, она мне сегодня написала, я один тут написала. Я говорю, Ань, блокируй. Я уже связываться не хочу. Сразу в блок. И я что-то уже последнее время в блок. Нафиг. Не надо тратить себя. Ну, пустяки. У меня вас много. И вы все у меня хорошие. Любимые. Дорогие зрители. Как вкусно. Ну, мясо я не стала показывать. Я просто его порезала без майонеза, без всего. Приправа какая была. Красный перец. Какая-то приправа для курицы. Не плевать. Лук пожамкала и в духовку. Аня дала сок. А на ужин у нас будут кислые щи. Наверное. Не буду готовить. Вот мясо есть. Блин, я с ножиками что-то не заметила. А, на Ютубе комментарии. Мы когда снимали Аня, Вика, я, зеркалит же все. Леворучки. Представляете? Не ответила. Вот если я возьму в левую руку, вот это я левой рукой ем. Все будут видеть, что я ем правой. Мясо выключилось. Погода, конечно, такая. Хоть бы солнышко. Вообще солнышко уже, по-моему, неделю мы не видим. Ну, почти что полезно. Юлиана идет, покушаем что. И сейчас самое вкусное. Юль, ты только что вот поела. На. На. Вот. И вот я тебе дала. О. Прям жалко доедать-то, вкусно-то как. Ну, очень вкусно. Последнее. Как от тебя отрываю. Мясо ей не надо. Кошка не голодная. В общем, все. Было обалденно вкусно. 3 кусочка. Как колбаски. Все, всех обняла.
Целую, чмоки-чмоки. Пока-пока.